Пентагон рассказал о будущем американских военных в Сирии. Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что американские войска не покинут Сирию, пока ситуация в регионе не станет стабильной. Его слово передает Reuters. Чего мы не хотим, так это просто уходить до того, как дипломаты выиграли мир. Так что сначала одерживаешь победу в войне, а затем выигрываешь мир, заявил глава Пентагона. По словам Мэттиса, США и их союзники находятся на пороге победы над ИГ. Террористическая группировка «Исламское государство» запрещена в России и не собираются покидать Сирию, пока страна находится в состоянии войны. Он добавил, что Вашингтон поддерживает контакт со спецпосланником генерального секретаря ООН по Сирии и сторонами конфликта на Ближнем Востоке. Ранее в апреле США уже заявляли о намерении усилить борьбу с ИГ в Сирии. Это было связано с сообщениями о возросшей активности террористов в регионе. Об этом говорил представитель возглавляемой США коалиции по борьбе с ИГ Райан Деллон. В марте американский президент Дональд Трамп сообщал о почти полном разгроме исламского государства в Сирии и скором уходе американских военных из страны. Новость размещена на сайте вседоски.com. Это бесплатный сервис по массовому размещению объявлений на десятки досок объявлений. Как продать быстрее? Размести объявление сразу на все доски объявлений с помощью сервиса вседоски.com.